6 октября текущего года в нашей стране состоится республиканский референдум. В настоящее время ведется активная подготовка к этому политическому событию. Так, на участках Жамбылской области проводится оснащение необходимыми техническими средствами. Для предотвращения нарушений закона на референдуме проводятся специальные семинары для наблюдателей. Всего в Жамбылской области 974 человека прошли специальную подготовку в качестве наблюдателей. На сегодняшнем семинаре участвуют капитаны этих наблюдателей. На заседании им было детально объяснены правила соблюдения законности на участках. 70% наблюдателей – это опытные представители гражданского общества, которые ранее участвовали в других политических кампаниях страны, поэтому они хорошо знают свои обязанности. В каждом участке обязательно присутствие наблюдателей. Они следят за правильностью процесса выборов во время референдума. В роли наблюдателей выступают члены общественных объединений и гарантируют соблюдение законности выборов.